Весь лагерь с ума сошел из-за этих монет. Только их и ищут. Они наняли ведьмака? Хватит с меня этого проклятого места. Кровавые кометы, монеты квадратами, да еще мгла эта гребаная. Пока жалований хватит, я и здесь могу посидеть. Я тут видал. Странная эта штука жизнь. Сколько лет пили не просто.
Эй, что ты тут делаешь? Разойдитесь-ка, мне надо тут осмотреться. Ты смотри, пепел топтать — плохая примета. Поможешь нам отсюда выбраться, а? Вы же сами сюда забрались. Знали б, что тут столько утопцев, сидели б в палатке. В кругу-то мы в безопасности, а вот за круг выходить сыкутно. Вернемся вместе, только сперва я посмотрю, что тут такое. Топтать пепел — плохая примета. Странная аура. Посмотрим поближе. Тяжеленный тесанный камень. Можно сказать, многократного использования. Свечи, амулеты, деньги. Люди приносят дары, как в святилище. Посмотрим. Квадратные монеты с рыбьей чешуей. Здесь собираются заговорщики. Эти свечи смердят хуже, чем портянки Золтана. А так, ничего необычного. Ощущение полной тишины. Для интерсекции это нормально. Обычно в местах силы возникает беспокойство, но они не опасны. Люди боятся подходить к колесу и все свои подношения оставляют на безопасном расстоянии. Кроме одного человека, который носит обычные форменные сапоги Кейдвенской армии. Видно, я тут не единственный осквернитель святынь. Следы зверей. Собаки, волки, медведь, птицы. Все приходят сюда как к кормушке, но в сам круг заходить боятся. Все, кроме кошек. Кошачьи следы тут везде. Кажется, кто-то даже вздремнул на возвышении. Трис как-то говорила, что коты любят спать на пересечении потоков. Кроме драконов, это единственные животные, способные черпать силу. Похоже, им тут очень нравится. К этому колесу была прибита Сабрина. Что-то уберегло колесо от пламени. Оно почти не обгорело. Свежие щепки и дырки. Кто-то недавно вырывал гвозди из колеса. На всякий случай возьму один. Если воссоздать обстоятельства казни, если король будет в этом участвовать, я смогу призвать дух Сабрины и заставлю его снять проклятие. Другиры и мгла никуда не денутся, но хотя бы король будет в безопасности. Надо понять, что здесь произошло. Найти свидетелей казни, узнать, как погибла Сабрина. Тогда я смогу освободить Хенсельта от проклятия. У меня есть два следа. Культ Сабрины и таинственный похититель гвоздей, который может сопротивляться ауре этого места. Самое время расспросить солдат. Посмотрел, потрогал, может, хватит? Пора нам убираться отсюда. Вы зажгли свечи? Мы? А тебе что за дело? Судя по тому, что я видел, здесь небезопасно. Чудища в круг не заходят, боятся. Может быть. Но чтобы вернуться в лагерь, из круга придется выйти. Помоги нам дойти до лагеря. Так зачем вы сюда пришли? Понятно же, что в округе полно чудовищ. Мы хотели на круг поглядеть. Чуешь, как они смотрят? На нас глядят. А мы живыми отсюда не уйдем. Вот захотелось дуракам обряды проводить. Ты не веришь вдохновенному? Дело твое, конечно. Но попробовать-то не мешало. Старый дурень. Это из-за него мы влипли. Кто такой вдохновенный? С него все началось. Он говорит, что в этом кругу чудеса происходят. Я ему верю. И знаешь почему? Он живет глубоко в ущельях,
Но все эти гарпии его до сих пор не сожрали. Вы видели, как сожгли чародейку? 3 года назад мы оба служили при Хенсельте. Только у костра стояла 5-я рота. Никого близко не пускала. Король лишь не хотел делать из этого потеху. А теперь кому-то до этого места и дела нет. А есть такие, что заходят в круг, ищут останки, все такое. Ты вроде них, да? Собираешь чародейские побрякушки? Как тот сраный говнюк, что торгует у корчмы. Ты меня с кем-то перепутал. Да? Тогда клади гвоздь обратно. Я оставлю его себе. Оставишь? А не слыхал, что люди говорят? Реликвии Фисштех для народа. Как вы прошли мимо утопцев? С нами был вдохновенный, он нас провел, а потом пошел своей дорогой. Не нравится мне здесь. Я уж думал, ты тут ночевать собрался. Я знаю места получше. Пойдем. Вот паскудное место. И подумать только, за эту землю уже сколько лет бьются. Я едва за чистокол выйду, как у меня мурашки по спине. Может... Там, где водятся утопцы, не лучшее место для прогулок. Зараза! Если б не ты, сожрали б нас! Мы тебе жизнью обязаны! Зывик нас не застукает! Не ссы! Раз уж Сабрина нас от чудес защитила, что для нее один маленький зывик? Странная эта штука жизнь. Спасибо тебе за помощь, ведьмак. Если б не ты, нам бы пришлось туго.
Гнильцы плодятся, как кролики. Мы шли к вдохновенному. Хотели ему денег на свечки отнести. Но лучше я сдохну, чем сделаю еще хоть полшага. Если ты к нему идешь, передай ему вот эти деньги. Или вовсе не передавай. Давай скорее. Здесь безопасно. Сюда. Заходи, зашли. Давай скорее. Здесь безопасно. Сюда. Заходи, зашли. Давай скорее. Здесь безопасно. Тут нам ничего не грозит. Я ждал их. Я знаю, что они шли ко мне с дарами. Я слышал крики. Видно, на них напали. Раз сюда не дошли, значит, их нет среди живых. Они живы, но испугались чудищ и вернулись в лагерь. Просили передать тебе деньги на свечи. Здесь только половина. За такие деньги я могу только фитиль скрутить. Скажи, что тебе здесь нужно? Я не верю, что ты здесь случайно. Ты прав. У меня есть масса вопросов. Только вот мало кто готов на них отвечать. Прежде всего, меня интересует история Сабрины Глевисик. Послушай, пока я не верну своих денег, я не буду с тобой ни о чем разговаривать. Бескорыстно я помогаю только своим последователям. Будь ты одним из них, был бы другой разговор. Издеваешься? За кого ты меня держишь, предлагая такие крохи? Я слышал о тебе много хорошего и с удовольствием стану твоим последователем. Я рад этому. Тогда слушай, ибо я не стану повторять дважды. Если твои намерения чисты, ты сделаешь то, что я тебе скажу. Каждый обращенный должен пройти испытание. Ты проведешь ночь в медитации у старой часовни над зеницами Сабрины. Где? Это два одинаковых озера, которые я назвал в ее честь. И все? Прежде чем начать медитацию, ты примешь зелье, которое я тебе дам. Запомни все, что тебе привидится, а на утро обо всем мне расскажешь. Это очень важно. Хорошо. Я вернусь, когда буду готов. А? Что? В чем дело? Ты кто? Кто мы, пускай решают наши потомки, глядя на дела наши. А ты кем был прежде? Какое это имеет значение? Грехи молодости пускай отойдут в бездну забвения. Загляни в пламя свечи, мечник. Почувствуй его, и ты услышишь, что оно говорит тебе. Не слышу. Видно, ты еще не готов. Но придет и твое время, и ты услышишь, поймешь. Поверь мне. Долину разделила битва призраков. Ты знаешь о ней что-нибудь? Здесь происходили страшные вещи. Вот и слышатся до сих пор крики умирающих. Если ты намерен утолить их боль, знай, что Сабрина одарит тебя своей милостью. Чтобы что-то сделать, мне нужны символы памяти. Магически активные предметы, которые остались от погибших в этом бою. Мне нужны символы веры, отваги, ненависти и смерти.
Вера. Не знаю, во что верили эти солдаты, но их обманули. Отвага, ненависть, смерть. Этого всего было сполна, особенно смерти. Но я помню рыцаря, который, невзирая на опасность, двинулся с горской солдат навстречу превосходящим силам. И это был Зельдкирк из Гулеты, лучший рыцарь Димовенда. Когда когорта Вандергрифта отрезала его от остальной армии, он без страха бросился на домоправителя. Ты ищешь символ отваги? Найди доспехи Зельдкирка. Я выполнил задание. Говори, что ты видел. Вернемся к нашему разговору. Прощай. А? Что? В чем дело? Зачем столько свечей? Не проще ли разжечь очаг? Это пламя Сабрины. Его свет хранит нас. Охраняет каждый шаг солдата. Ты ограбил какой-то караван с воском? Свечи я делаю сам. И даю их каждому, кто ищет убежища в пламени отваги. Прощай. Медальон. Вчера же ее тут видал. Хватит с меня этого проклятого места. Кровавые кометы, монеты квадратами, да еще мгла эта гребаная. Чего надо, ведьмак? Рядом с корчмой какой-то солдат торгует свечками, которые остались после казни Сабрины.
Знаю. Это из снабженцев. Сбивает моих парней с толку. Все вдруг поверили, что какая-то финтифлюшка защитит их в бою. Бараны! Если реликвии придают им смелости, может, и не стоит с ними бороться? Этими гребаными свечками они мне весь лагерь спалят. Я тебе вот что скажу, ведьмак. В битве можно рассчитывать на щит и доспехи. На товарищей, если живы. И многие из этих ребят лягут под Вергеном. Даже если у них будут полные карманы священных цацок, по серебреннику за штуку. И я хочу, чтобы они боялись. Когда зазвенит сталь, они должны быть чуткими, мать их. Если они тупо попрут вперед, веруя в свои ржавые гвозди и пепел, шансов у них не будет. Солдаты, которых ты искал, застряли в круге Сабрины. От дубины стаиросовые. Обрядов им захотелось. Будут у меня колдовать над нужниками до отбоя. А тебе спасибо, что ты о них позаботился. Вот твоя награда. Ты видел казнь Сабрины? На место выслали только пятую роту. А жалко. Я бы с удовольствием поглядел, как она подыхает. С нее причиталось. Ух, что она сделала с ребятами. Я в жизни ужасов навидался, поверь мне. Брат мой погиб во время мятежа в Ринде. Ему чародей кровь в жилах вскипятил. Раз я видал солдата, который любился с мертвой эльфкой. Но 3 года тому назад там люди плавились, как оловянные фигурки, ведьмак. Такого не забудешь. Где-то за лагерем живет чудак, которого называют вдохновенным. Ты его встречал? Солдаты к нему таскаются, а у меня не было случая повидаться. Но если увижу, он еще пожалеет, что моим ребятам голову заморочил. Я буду осторожен с огнем. Будь здоров. Турниры – дело для настоящих мужчин. Я по поводу заказа на гнильцов. Что с ними? Гниют, как положено. Хорошо. Они много хороших ребят порезали. Вот твоя награда. Хватит с меня этого проклятого места. Кровавые кометы, монеты квадратами. Да и все в порядке? Святые реликвии и всяческие блага. Богатый выбор, отличные цены, пожалуйста. На месте казни Сабрины я обнаружил следы сапог. Не знаешь, кто там шляется? А мне почем знать? Ты же их нашел, не я. Но это у тебя сапоги черные от золы. Тише! Ладно, ладно, что тебе надо? Ты веришь в то, что продаешь? Ты о реликвиях? Люди в них верят, вот и ладно. Люди верят во все, что дает надежду. На войне солдаты гадят под себя и блюют от страха еще до того, как выходят в бой. Если возможность поцеловать ржавый гвоздь придает им отваги, уже хорошо. Ты видел казнь Сабрины? Само собой, я в 5-й роте служил. Такой был скандал, когда этот Яган проткнул ее копьем. Эх, мне бы сейчас то копье.
Ты помнишь слова проклятия, которые Сабрина наложила на короля? Как запалили костер, она крикнула что-то королю, да так, что тот аж покраснел. Только я не расслышал. Может, сифилис ему напророчила? Страшная смерть. Ты знаешь Ягана? В жизни о нем не слыхал. Откуда имя ты такое выдумал? Где теперь копье Ягана? Понятия не имею. А тебя это и вовсе не касается. И говорить об этом не хочу. Ты помнишь чародейку Сабрину? Такая же, как все магички. С виду молодая нимфоманка, а внутри старый труп. Хочешь о ней поболтать, иди к этому путанику, который свечки сжет. Будь здоров. Олва, скажи он, что это кость Сабрины, ты бы тоже ему поверил. По-моему, он спарил тебе пустышку за бешеные бабки.